И снова всем привет, с вами мы, вот они, я, Фриман, и наша чудо-программка, ну, конечно. И она сразу же выпускает три веселых патрона. Так, 18 ячеек, этих, процентов жизни, это, конечно, клево. Ну, ничего, сейчас мы, по идее, должны... А, мы там открыли, теперь нам пойти туда надо, да. Так, в Артигон-то не хотели открывать мне пиво, может ты откроешь? Давай. Ну. Давай. Тихо! Ну вот. Да, чувак. Не знаю, у тебя заряд, наверное, кончился, поэтому ты упал. Давай мы тебя подключим куда-нибудь. А! Да. Ты будешь падать или нет? Во. Ладно, как-нибудь вот так тебе. Давайте-ка нам все-таки это... А что мы открыли тогда? Здесь вот. Так, вещь хорошая, но... Ребята, кто-нибудь понесет? Это будет очень забавно, если вы чихнете и... Ребята, смотрите, там что-то вкусное. Вон там. Серьезно, пойди проверь. А, ну, вкусно это действительно есть. Ох, ни хрена себе. Сказал я себе. Молодцы. Огурцы. Ох уж эти комбайны, ни хрена не понимают в компьютерах. Так, может быть что-нибудь спереть? Что тут вообще полезного есть? Да, не особо. Что-то полезного там было, но... На нет и сюда, на так. О, это я удачно. Спустился, поднялся. Как же хочется кнопку сохранки включить, нажать. Давай рандом, нажми мне сохранку. Только зная рандом, он мне скорее кнопочку G волшебную включит. Молодцы. Так, нет, автомат нам не надо. Так как правую клавишу никто не отменял. Да ты будешь падать или нет? Чё вообще за херня? А-а-а! Кнопка назад, ты не могла на полсекунды позже нажаться?
Подстолки кончились. И обязательно надо прицелиться. Я не пойму, с каких времен мы не можем нормально пробивать? А! Силовые поля. Туда вон идите, ребята. Ну так всегда. Ну ладно. Ну, сохранка это хорошо. О. Ты его удачно ударил. Ой! Ну, заходи. Не, вот туда. Да, именно. Бляха-муха. Вот за это я ненавижу. О, они тут уже эту сломали. Тут вообще молодцы. Что-то и до фени на самом деле это все. А если честно, еще не помню где. Ага, последнюю подсолку мы потратили. Ну, замечательно, что могу сказать. Так, какой добрый, позволил нам спокойно перезарядиться. Зачем ты тратишь мои патроны? А вам слабо? Это что-то новенькое. Как это я так умудрился? Они кого-то сожрали? Эй! Да. Тормозилки, блин. Так. Мы разжились жизнями. Но только надолго ли?
А, ну ладно, бегите. Я как бы хотел вас спасти. Спас. Так, за дверью было, да? Так, ребята, вот вам... Вот туда вон надо. Пока вот не пришел злой дядька и не начал меня стрелять. Не, конечно, я мог кроватью закрыться вот так вот. Тобой комбайн сам себя убил бы. Фейспалмом. Пожамкой феромоны. Пожамкой феромоны, бля. Оу. Все. Ух. Нельзя взять с собой, жаль. Так, я помню это место. Здесь я и получил как раз ачивку. А-а-а, выключайся! Тут я добил последних людей, по-моему. Да, чувак, а ты что думал? Что, еще кто-то пришел? Вот заметьте, рандом постоянно мне выбирает автомат. Как бы намекая, что давай я тебе... Все-таки швырну под стволочку куда-нибудь. Ха! Силачом слышь не дал ударом. В этот раз троих одним ударом. Так. Ребята, посторонись, посторонись. Кто последний на растяжку? Да что ты? Да хватит же ты. Только до туда дойду, так обязательно сработать рандом. Так, вот тут опять в ту сторону именно. Не, реальное ощущение, что он самообучающийся. Да. Бляха-муха. Они две гранаты, что ли, бросили?
Получить столом по мордасам, это вам не писти на заборе рисовать. Так, а я не помню, куда нам идти, туда или туда. Где-то можно просто хабру набрать. А, здесь закрыто, все пока. О! Значит, нам сюда. Так, арбалет нам не надо тратить. Куда ж ты? Ребята, вы точно муравьиные львы? Вы не лемминги? Я даже нисколько не сомневаюсь, что... Да вон же! Столько попыток я сделал, не смог ее скинуть. Да. О, спасибо. Типа ты достаточно страдал. Поэтому мы дарим тебе сохранение. Так, стоять, ребята. Теперь зачистить помещение. Да не то маленькое. Там чувак должен стоять, вот там он. Пойдите, посмотрите. Че, нет никого? Очень-очень странно. Ты что, гранату не бросит там какую-нибудь, не знаю. О! Ему помогал мух отбив... этот самый, отгонять. Самое смешное, сейчас я заряжусь, насколько это возможно, и у меня сработает кнопочка J. И болтают, и болтают. Так, я слышу еще где-то. Ребята, проинспектируйте вон там коридорчик. Да, вон там. Ага, нам сюда и надо, значит. Досмотрим, что тут. А, понял, понял. Ты же говорю, что-то не помню. Тот коридорчик, поэтому и не помню, потому что там нет ничего интересного. Ну ладно, я как бы не собирался этого делать. Ну, рандому виднее.
Отлично, один есть. Да, специально обученный минер будет таскать стулья и разминировать. Не, ну чё, шикарная должность, если так подумать. Швырнул стул, разминировал. Да, уберись. Если вдруг нету мин, то тупо сел, посидел, отдохнул. Ну, шикарно. Так, тут у нас... Чуваки, вы специально рукой машете, типа, а, я здесь, стреляй меня. Ребятки, сюда, сюда, сюда. Ну, чего вас так мало? Турель там и стояла, или они ее поставили? Да умришь ты. Скорее, скорее переключать. Ну его нафиг. Так, тут еще где-то умер товарищ. Я не вижу, как он нам что-то оставил при этом. Так, пойдемте обшарим. А, я для этого обычно эту хреновину брал. Лям, да? Ну, в общем-то, восполнили то, что потеряли. Так же знал, что кому-то сволочь выживет. После всех моих манипуляций. То что? А. Да. Какая странная анимации не было стрельбы. В общем, ничего я не заметил. Тихо. Угадайте, что у нас сегодня на обед? Гранаты выпадают. Трупы летают. О, трупы летят. Трупы. Так, отлично. Что-то думал, что у нас гравипушка.
Ну и ладно. Так, автомат. Садись, садись и успокойся. Ну, вроде всех наказал. Так, еще кто-нибудь есть? Я не... Да-да-да-да, чуть... Хорошо, что не стрельнул. Буквально я нажал этот момент, когда он переключал. Сейчас бы он вышмякнул бы мне с базуки. А, извини, друг. Аккуратненько. Эй. Ты знаете, вот мне местные вояки, если как те военные эти, напоминают, не знаю, там, Samsung или Nokia. А вот Aperture Science это чистой воды Apple. Ах ты сволочь. Уж заметьте, те же самые турели. Такой же функционал. Тоже при падении это самое, перестают работать. Но при этом... Опять передозировка в этот раз электричества. Да твою же ж мать. Ребята, иди разберитесь там, а. Так, ребята, с... это... Но при этом у Aperture Science они гламурненькие пушечки. Долбаный рандом. Разговаривают. Тоже не видно. То есть какое-то. Такое ощущение, что есть цельные оболочки. Идите там, разберитесь. Ну то в одиночку всех сожрал. И надкусил хотя бы. Но одного точно сожрал. Охренеть. Да вообще, в принципе, те же самые турели в этом были еще. В первой части. Так, что нам надо? Мы берем гравицапу. Мы прыгаем. И уматываем нафиг. Чувак, давай помогу спрятаться тебе за взрывающейся бочкой. Хорошо, что я не ту бочку подтянула. Тихо. Ну еще и хватит, наверное, с него. Кто-нибудь там придет, добьет его, надеюсь. Я вот не помню, или там что-то есть полезное. Да.
Вообще-то лишняя трата патронов на самом деле, потому что он, по-моему, нахер нам все-таки не сдался. Надо даже пойти проверить все-таки, что там есть. Еще потом обвинять меня будете, что вот, надо же было его убить. Kill them all. Глупое чудовище. А, ну ты колонну зато мне сломал, которая мне мешалась. Так, что мы до хрена уже патронов потратили. Шило бы тебя таким бы. Ну да, именно этим я хотел, только я хотел сам это сделать. А! Вот это... Вот такая пакость в первый раз, ребята. Тут тебе и сохранка включилась. И выстрел с подстолки. Вот если бы я где-нибудь вот так вот стоял, лечился бы. Получилось бы крайне болезненно и, возможно, несовместимо с жизнью и сохранениями. Уж я бы постоянно бы возрождался бы и умирал бы. Ну да, тут ничего нету. Что я пытался вспомнить, и может быть там лямбда была или еще что-то, но похоже, что нет. Ну, сейчас веселый спуск вниз. В толпе зомби. Живучий, падла. Тихо. Так. Ребят, вот я вообще не помню, куда идти. А, во. Загрузка. Запутанность. Ну да, вы меня запутали, спасибо. Они немножко опоздали. Обычно же скрипт самоубийства срабатывал, когда загрузка только пройдет, и уже ты уже лежишь. В одном пуске, да. Я тоже рад, что я в одном пуске. Хотя вам не столько донорской крови. Ну, спасибо. Что я, это уже, наверное, не я. Вот так и знал, что именно двумя дробями мы сейчас последние запасы патронов. Get ready. That was brutal. Да, прям как Brutal Legend.
Нету тут входа в Нарнию, нету. Странно, да? Солеть открывать, а здесь проход, короче, тайный. А вот здесь дверь. Ой, там. А тут закрыто, в смысле. Хотя в Prey так и было. О, как кто-то кровь разлил. Ну ничего. Смотрим катсценку и, пожалуй, на этом мы закончим. Давай вот так тогда уже. А то ты не знала. Давай, вытаскивай Моргана Фримана. Опять get ready? Опять он. Тайные помыслы Фримана. Пожалуй, возьму хотя бы пистолет. И сохранка как раз работала. Ничего, что я тебе сквозь голову по врагам стрелял, нет? Ты не сильно была против? Ну ты далеко убежала там. Блин, ну подожди, да я уже закончу игру. Круто, чё? Потеря людей из-за необходимых людей, для продолжения рода человеческого. Ни хрена себе ее сняли. Охренеть. Да все, что ты можешь сказать? Мне тут сняли все мои жизни, а ты... Да, Вот женщины никогда не ценят тех жертв, которые ты... Но терпишься ради них. Все, на этом мы заканчиваем. Увидимся уже в следующий раз. Всем спасибо. Всем пока. Да, мы уже прощаемся, ты только пришел. Все, всем пока.